Привет, ребята! Надеюсь, все здоровы, бодры и веселы, а также надеюсь на то, что вы каждый день делаете зарядку и занимаетесь хотя бы понемножку физической культурой. Сегодня мы с вами продолжим тему про прыгушек. И так, у нас будет сегодня три задания с вами, которые вы должны будете тщательно разучить, отработать и прислать мне видеоотчет того, как это у вас получается. Итак, я надеюсь, вы сделали сегодня разминку. Сейчас я вам сразу показываю упражнение, и так можете посмотреть. Я сперва покажу, а потом мы вместе с вами под счет будем прыгать. Стопы надо расположить так, чтобы пояс или полосочка какая там у вас была посередине. Мы должны будем выпрыгнуть в одну сторону, запрыгнуть обратно, выпрыгнуть в другую сторону. Если вы помните, мы с вами делали подводящее упражнение, когда мы только с одной стороны делали. Сейчас мы должны будем соединить этот комплекс, сделать раз, два, три, четыре и так далее. Итак, если вы готовы, приготовились, на счет вместе со мной начали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я надеюсь, вы помните, что мы должны делать это на носочках, чтобы не пятками бухаться о пол, а делать мягенько на носочках, чтобы пятки всегда были оторваны. Они могут касаться, но как бы слегка, как амортизатор. Вот. Чтобы вы были как мячик. Живот должен быть напряжен всегда, чтобы вы были не расхлябаны. Чтобы получалось мягко и пружинисто. Я надеюсь, что это вам не составит труда отработать. Я очень жду от вас видеоотчет. Теперь следующее упражнение. Оно похоже на это, но если мы в этом упражнении и выпрыгивали, и запрыгивали в одной и той же позиции, то в этом случае, во втором, мы будем выпрыгивать с поворотом в моду дачи. Когда мы меняем направление, одна нога у нас впереди, другая сзади. И тоже старайтесь на носочках, а задняя всегда должна быть поднятая пятка, так будет удобнее вам. Запрыгиваем обратно, выпрыгиваем в другую сторону. Итак, приготовились. И руки, смотрите, они здесь. Когда мы выпрыгиваем, они становятся в естественную позицию, когда одна чуть впереди, другая сзади. Почему? Потому что, когда мы стоим равномерно, руки у нас равномерные. Когда мы одна нога вперед, одна назад, мы, соответственно, у нас также плечи уходят за бедрами. Позиция получается такой. Поэтому отсюда будем выпрыгивать. Раз, два, три, четыре. Приготовились, повторяем за мной. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я думаю, это будет немножко сложнее. Ну, у вас получится, позанимайтесь, вышлите мне видеоотчет, вы можете высылать каждое упражнение отдельно, можете вместе, как вам удобно. И теперь следующее, когда мы становимся с одной стороны, держим направление, и мы должны сделать раз, два, и спиной обратно вернуться, три, четыре. Сперва в одну сторону сделаем, потом с другой стороны. Итак, приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем позицию. Приготовились. Вы должны себя чувствовать как кошка, которая приготовилась к прыжку. Чтобы это было мягко, пружинисто, чтобы не было вот такого. Чтобы не содрогалось ничего от ваших прыжков. Вот, мягко, как мячики. Раз, два, четыре, мягко. Приготовились, начали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это будет немного посложнее. Вы должны контролировать свои стопы, чтобы они не разваливались, не бухались об пол. Следующее. Вы должны напрягать живот, чтобы вы были не как сдутый мячик. Вы должны быть напряжены вот здесь в животе. Коленки слегка согнуты, напрямых невозможно, будет громкий звук, как у слонов. Поэтому все пружинисто, аккуратно. И если у вас вот это легко не получается, не переходите на дальнейшее упражнение. Как только вы убедитесь, что первое упражнение у вас получилось, закрепите его многократными повторениями, ваши ножки, тело будет готово, и тогда вы сможете сделать следующее, соответственно, лучше. Если первое не получится, вы перейдете на второе, тем более на третье. Качество будет не очень. Поэтому прошу вас, соберитесь. Это очень веселое упражнение.
если к нему подходить с бодрым духом. Смотрите, я как мячик на месте и пошел. Раз, два, три, шесть. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Все должно быть бодро, мягко. Желаю вам успеха. Как только вы сегодня же постараетесь отработать, ну, если сегодня заняты, завтра у вас будет целый день еще, пожалуйста, вышлите мне видео, как вы это делаете. Мне будет очень интересно, чтобы я мог понимать, давать вам дальнейшие сложнее упражнения или не стоит. Всем успехов и здоровья. Пока!